хороший сказать. Я против войны. Войны не должно быть. Люди не должны воевать. Надо договариваться по возможности. Но если не в состоянии, как сейчас договориться, ну что ж, война. Но я, лучше бы, конечно, был мир. Как это? Молодые люди гибнут. Это неправильно. Никаких запретов нет, можно пройтись, хорошая погода, положить цветочки, почтить память. Ну как-то это правильно. Такой праздник очень важный для всех. Ну правда, время сейчас непростое, но времена всегда непростые у нас. Правда красивый, какой умный, какой он... А какой добрый человек, Боже! Le même discours, presque, que l'on a ici auprès des gens, que celui du président. Я